приступаем к монтажу сарая. Уже обед по техническим причинам, но вот так начинаем, посмотрим, что получится. И мы сегодня продолжим работу над сараем. Вчера мы сделали вот этот нижний периметр по полу, по стенам, по стене точнее, по одной. Вот сегодня по планам сделать, так сказать, верхний периметр. Это план минимум. План максимум — сделать верхний периметр и стоечки все. А завтра сделать дверку. Ну и может быть разметить, где будут полочки. Ну, завтра сокращенный день, до 3 максимум, до 1.5 точнее. Потом собираться надо и домой ехать. Ну вот, поэтому ну максимум каркас закончим, вот этот, и дверку. Ну и уголки, может быть, приварим еще наверх по каркасу до перекрытия деревянного. Вот, а с воскресенья уже будем начинать работу над полками, над каркасом для полок. Сделаем полки, когда каркас, потом начнем работать над деревом. То есть это балки, точнее покрасим сначала весь железный каркас, потом пришьем балочки наверх. Наденем полочки, фанеру на полочки. Ну и все, потом уже будем обшивать в конце профлистом. Ну, возможно, полочки на дерево, на полочки уже потом наденем, после того, как профлист пришьем. Но сделаем для полочек. Вот это дерево подготовим мы заранее. Вот пока такой каркас. Завтра продолжение следует. Чё, как дела? Лучше всех. Мы продолжаем нашу работу над кладовой, над хозблоком с полками. Хозблок со стеллажами. Вот вчера мы сделали, ну, как бы разметку, лейаут. Одну сторону этих стеллажей мы наварили на стены,
И потом, как проекция от этих линий будет здесь вот вторая часть, вторая стенка этих полочек. Вот по планам сегодня все их сделать, вот и все проекции, то есть все стеллажи эти сегодня сделать по планам. Убрали дверь сейчас, чтобы она не мешалась. Сделаем ее в самый последний момент. Ну, пока такие планы ближайшие. План грандиозный. Ну, сейчас со стороны. Как это все выглядит. Этот фасблок будет. Вчера была выполнена самая трудная, наверное, часть из этой работы, потому что нужно было много размечать, думать, считать. Сейчас уже по проекции этих сторон уже будет очень легко все это делать. Потому что уже готово все, только измеряй, отрезай, прихватывай, ну и так далее. Уже дело техники. И мы продолжаем нашу работу по хозблоку. Вчера нам не удалось доделать то, что хотелось бы. Это вот эти стеллажики. Залали только вот эту сторону. И эту начали. Вот. Сегодня, значит, у нас опять же очередной план минимум доделать эти стеллажи. А как получится? Привели направляющие, к ним еще одни. Короче, делаем зеркальную проекцию. Сейчас это все отпилим, передвинем, прицепим туда, потом крайнюю здесь, возле стенки поставим стоечку, это зацепим как с этим свежим уголок. Ну и потом будем все это обшивать. И также это стенка маленькая. Ну и доделаем, если успеем, сегодня доделаем вот этот угол крыши. Вот дела. А ваши пожелания на день? Хорошего настроения. Присоединяйся. Мы продолжаем работу над сараем. Над хозблоком, как его назвать. Сегодня у нас по планам, как они, прожилины для крепления профлиста сделать и приварить на верхние линии уголки для крепления досок. Вот эти уголки.
и зачистить. Вот так вот зачистить все видимые наружу провары в таких местах. Ну это сзади там, с той стороны. Ну и все, пока на сегодня. Ваши пожелания. Да благословит нас Господь. Амин. И еще я забыл сказать, что нам нужно будет сделать вот здесь вот, вот на этом скате, вот так еще одну палку туда, балку кинуть. Но не просто ее кинуть, а сделать вот такие вот стяжечки от стоечки к стоечке, от стоечки к стоечке, от стоечки к стоечке. И вот, и уже когда эти связочки будут сделаны, потом между ними вот такую линию туда от начала до конца кинуть. Стяжечки деревянные? Нет, все из металла, конечно. Вы рады? Очень. И мы продолжаем нашу работу над хозблоком, над кладовой, короче, как ее там назвать. Вот, и мы закончили основной металлокаркас. Может быть, что-то и будет, но это уже будут, так сказать, мелочи. Сейчас мы уже каркасик этот начали красить, зачистили и красим. Вот. Сначала вверх, потом низа. Посмотрели такую штучку для укладки электродов. Вот. Здесь у дверки мы приварили уголочек как ограничитель и как нащельник одновременно. Вот. И все, сюда можно будет уже приварить, привертить щеколду с ушками под навесной замочек и все. Ну или замок уже врезать без проблем можно. Наварить накладной или короб для врезного сделать. Вот так вот со стороны выглядит. Сарайчик. Ну вот, мы покрасили нашу кладовую. Вот примерно так она выглядит теперь. Аккуратненькая, чистенькая. Теперь хоть понятно, какая она сама по себе и где она. А то вся ржавая, непонятно было. Сейчас даже различимы полочки, стены, прожиленные уголки, все различимо. Вот такой каркасик у нее. Галочки.
Ну, на солнце, конечно, ничего не видно вообще. Силуэт только кое-как. Вчера сделали этот сарайчик. Такой сарайчик. Вот здесь полочки будут. Раз, два, три, четыре линии полочек по бокам. И раз, два, три. Вот сейчас три линии
Здесь вот в центре небольшой участок будет. И здесь, соответственно, только поменьше, потому что дверь. Вот так. Такая вот дверка. Поставили досочки, натянули ткань сверху, потом сверху пришли реечки и уже на реечке положили профлист. Ну там наша лестница, которую мы сделали до этого. Система.